Вот у меня в деревне был дедушка гончар. Ну, говорит, в наше время, говорит, все девчата, мало, говорит, кто даже один класс кончил, пять классов. Но, говорит, никого не могли обмануть, никто не залетал. А вот сейчас смотри, говорит, ну, школу закончит, институт, ну, вот кто-то ее обманул, как-то она залетела. Не залетайте. Народ Кыргызстана 15 октября не залетит. Выберет нормального.